Рассмотрим тоник с натуральными экстрактами от Secret Skin. Это серия тоников для ухода за кожей лица сразу после умывания. Каждый тоник имеет свой ключевой компонент, который позволяет решать различные проблемы кожи. Перед началом использования снимем защитную пленку с тоника. Тонер выпускается в 5 вариантах. Мы рассмотрим каждый из них. Первый – Hyaluronic Bomb Toner. Тонер для лица с гиалуроновой кислотой. Интенсивно увлажняющий тоник с гиалуроновой кислотой не только поможет предупредить пересыхание кожи после умывания, но и устранит шелушение, сделает кожу более мягкой и эластичной, успокоит ее. При регулярном применении тоника кожа разглаживается и наполняется силой и сиянием. У тоника легкий, свежий аромат. Второй вид – Milk Light Toner. Тонер для лица молочный. Легкий тоник с молочными протеинами подойдет для ухода за тусклой и пигментированной кожей. Тоник интенсивно питает и смягчает ее, мягко отшелушивает ороговевшие частицы и способствует выравниванию поверхности кожи, а также ее осветлению. Данное средство имеет легкий, сладковатый аромат. Третий вид – Aloe Hydration Toner. Тонер для лица с экстрактом алоэ. Насыщение влагой, чувство свежести, успокаивающее и легкое охлаждающее действие. Тоник с экстрактом алоэ просто незаменим для сухой чувствительной кожи, а также станет спасением для кожи, поврежденной ультрафиолетом. Оказывает мощное заживляющее и регенерирующее действие. Снимает зуд и покраснение. Тоник имеет ненавязчивый, свежий аромат. Четвертый вид – Witch Hazel Poreless Toner. Тонер для лица с экстрактом гамомелиса. Тоник оказывает тонизирующее и освежающее действие. Нормализует обменные процессы и работу сальных желез. Помогает справиться с угревой сыпью и способствует очищению и сужению пор. Экстракт гамомелиса обладает антибактериальными и противогрибковыми свойствами. Уменьшает зуд и раздражение. Способствует укреплению стенок сосудов и капилляров. Борется с отечностью. Тонер имеет цветочно-травяной аромат. И пятый вид – Tea Tree Relax Toner. Тонер для лица с экстрактом чайного дерева. Данный тоник уменьшает появление угревой сыпи, борется с воспаленными прыщами, очищает поры, предупреждает появление шрамов при акне. Средство эффективно очищает и тонизирует кожу, нормализует секрецию сальных желез, очищает и сужает поры. Рассмотрим способ применения тонера. Перед началом использования берем защитный стикер. Необходимо смочить средством ватный диск и протереть лицо сразу после умывания. У данного тоника ярко выраженный травяной аромат. Объем продукта 250 мл.